Ребятки, ну вот такой вот у меня сегодня день. Слегка нелегкий, если честно. Вот так вот я вычистил, выкосил сегодня прям двор, прям под самый-самый корень, прям все повыкашивал. Это мужчинам на заметку, у кого есть триммер. Ну, чтобы двор не был, ну, скажем так, чтобы не был засратым. Чтобы все было четко. Кому не нравится, ну, извиняйте, ничего не поделаешь. Вот. Хотел сегодня заниматься будкой, ну, не пришлось пока. Ну, пока еще рано, у меня время только час, по-моему. Найдено всех мучает. Все повыходили, все коты, все кошки, вон они все. Я только-только приехал с Кущевки. Я ездил в Кущевку. Ребята, сделал себе подарок на день рождения. Давайте начнем вот так. Я очень давно хотел себе это купить, все не мог себе никак позволить. Кто меня смотрит очень давно, еще с того канала, который сейчас у меня есть, называется Юрий Блок, те знают, что, ну, я в микроволновке очень часто готовил. Купил я себе вот такую вот штуку, чтобы готовить в микроволновке. Вот. Ну, до микроволновки мы сейчас дойдем. Я буду готовить, ну, это будет уже, понятное дело, да, на другом канале. Вот так. Я вам потом покажу, как можно приготовить в микроволновке. Для тех, кто не знает, это будет новшество какое-то. Но для тех, кто знает, я думаю, что порадуется за меня, что наконец-то я все это приобрел себе. Вот. Я еще раз повторюсь, я очень давно это хотел сделать, но все как-то не получалось. Так, сейчас мы это дело скроем. Сделал себе подарок на день рождения. Понятное дело, что из друзей мне такой подарок никто не сделает. Это немножко дороговато. Ну, в принципе, как бы я бы не сказал, что там очень дорого. Так, давайте я вот так вот поставлю сейчас вас. Вот. Вот так вот. И мы сейчас это дело поднимем. Купил, ребята, себе вот такую вот микроволновку. Наконец-то. Я очень давно хотел купить микроволновку. Это такой оптимальный вариант для мужчины, ну, который, наверное, живет один. Не знаю, но мне это вообще прям прикол, если честно. Я буду готовить в этой микроволновке. То есть пока я работаю, занимаюсь делами, она готовит, пришел быстренько там. Перевернул все это дело и все. Так, сейчас мы ее поставим здесь. О, смотрите, сколько. Вообще прям. Вот. Во, все. Все работает. Все четко. Вот так. Все, здесь довольно-таки все понятно. Все ясно. Стоит она 5 с копейками. Здесь есть где-то чек. Сейчас я покажу вам. С гарантией. Вот. Все вместе. Вот с, ну, с этой тарелкой. Тарелка стоит 700 с чем-то рублей. Но она нужна в любом случае, ну, чтобы в ней готовить. И микроволновка 4... по-моему, с половиной. Что-то я не знаю. Ну, в общем, короче, у меня вышло все это 5274. Плюс бонусы. Я покупал все это в РБТ. Я не делаю рекламу, я просто вам об этом говорю. Покупал в РБТ. Я в РБТ до этого что-то покупал. Не помню что, но что-то покупал. И у меня там бонусы скопились. Там где-то 600 с чем-то бонусов, короче. У меня там скопилось. Плюс бонусы, короче, списали. Вот. Вот такую вот штуку. Я очень давно хотел, я ее поставлю сейчас, протяну сюда, не знаю, какой-нибудь удлинитель небольшой, там, ну, что-то сейчас придумаю,
чтобы она у меня готовила. Ну и, соответственно, конечно, где-то, чтобы что-то подогревать, что-то, как бы, ну, делать. Потому что приходится мне здесь вот на печке париться, постоянно что-то мутить, что-то мыслить. В общем, как-то вот так вот. Вот такой вот у меня сегодня, ребята, день. Закупочный слегка. Ну так, для себы, если честно. Доставить себе небольшое удовольствие. Это, кстати, это очень приятно, если честно. Я еще раз повторюсь, но это не в упрек, никому вообще не в упрек. Ни друзьям, никому. Ну, мне бы она очень хотелось бы, и мне она очень пригодится. Я себе ее купил, слава богу, я этому очень рад. Дай бог. Могу себе позволить классную микроволновку. Вот так вот, 20 литров, 700 ватт. Ну, я не думаю, что она крутая, но тем не менее она есть. Вот. Сегодня обязательно, я сейчас вот видео доделаю, и обязательно что-то буду мутить, что-то буду делать. Ну, сначала подогрею, потому что я сегодня ничего вообще не кушал. У меня есть домашняя лапша со свининой. Время у меня уже 13:41. Вот РПД. РБТ, вам начислено 159 бонусов. О, видите как. А нельзя было эти 159 бонусов потратить опять же сюда же. Зачем они мне? Они мне там, ну я долго ничего там не покупаю, они мне их раз берут и начисляют. Вот, что дальше? Дальше я пока не знаю. Дальше у меня вон там вон стоит тележка. Я хотел сегодня сюда навозить вот этого вот. А ты что орешь? Ругается на кота. Хотел сюда навозить вот этого отсева, потому что я вчера начал, ребята, отрывать вот эту вот плитку. Вот, надо отсюда тоже землю убирать, убрать ее, всю эту плитку убрать, постелить потом поддон вот этот вот сюда поставить, ну, чтобы, ну, пока посуду мыть. Говорят, эта зима будет холодная. Я прям, блин, не знаю, что делать-то, ё-моё. Вот. Всю эту плитку отсюда убрать, сложить. Надо будет ее мыть еще, к тому же, в порядок приводить. Где у меня? Вот есть эта штука. Валяется вот так. Всех она любит. Посмотрите на нее. Всех она трепает. Рыжий, дай ей. Дай ей. Да. А, сейчас получишь, он тебя выпишет. Рыжий молодец. Фу, фыркает. И кошки все фыркают. В общем, как-то вот так. Сейчас я буду... А, еще хотел сказать. Я же, блин, еще не сказал. Купил коробку, ребят, на двери. Дверь у меня есть. Надо ее ставить вот сюда, вот. Вот в эту вот прихожую. Надо ее поставить, запенить. Но надо мне сначала вот здесь ее вот отрезать, чтобы поставить сюда коробку. Уголок отсюда убрать, поставить на ту сторону. Отрезать. Сделать коробку сюда и поставить дверь, чтобы у меня здесь была дверь. Дверь была, чтобы, ну, для того, чтобы меньше было холода там, туда, чтобы меньше холода проходило. Ну и, соответственно, чтобы животные туда не ходили. Потому что эти маленькие писюльки, я не знаю, где этот кобель, он постоянно там прячется. У кошек, у котят бегает туда. Сейчас мы его найдем. Вот он. Ага, вот он. Красавец. Да? Нассал здесь. Вот зачем ты сейчас здесь напискал? Вот засранец. Потом сюда просто невозможно будет, наверное, зайти, я так понимаю, блин. Ну, я думаю, что, наверное, все кошки будут жить в любом случае здесь, в принципе, как что я и сделал. С собаками, я думаю, что будку я им все равно сделаю. Кто-то мыслит, что если я внутри обобью одеялом, будет... Вши будут... отсырее там и все такое. Я буду стараться делать так, чтобы там ничего не отсыревало. С овшами, понятное дело, я разберусь, потому что у меня есть, я уже купил. Где она есть? Вот она. Вот. Я уже купил вам все эти дела. Барсу дают. Здесь три штуки. Три вот этих вот ампулы, не знаю, как их назвать. И у меня еще одна лежит в аптечке. Вот. Я их всех все равно сейчас со временем сделаю. Мне просто, я не могу сделать, потому что котята еще маленькие, а кошки их облизывают. Я сейчас начну котят
вот этой бедой брызгать, и кошки начнут вылизывать там все это дело. И я поэтому я пока не знаю, я пока теряюсь в этом отношении, что с ними делать. Ну, я думаю, что-нибудь придумаем. Либо кошек от них убрать там, ну хотя бы на сутки, чтобы хоть немножко поубивало там все этих шей, мандавошек и все остальное. Это оказывается, я думал, что это кошка, это не кошка. Это оказывается, я уже выяснил, что это кот сегодня. Вот такой наглый котяра, вообще берегов не видит, да? Вот это тоже кот, черныш тоже кот, филя кот и рыжий кот. То есть получается у меня 5 котов уже. Вот он черныш, кот, это кошка, котов трехцветных не бывает. Вот он кот, вот он рыжий. Иди сюда, иди сюда, кот, кот. Вот Маргося моя, такая красотка, да? Маргоша вообще, Маргоша убегает, от них живет в гараже. Рыжая ходит, их кормит, блин, всех. Филя, Филимон ты мой, да? Филимонтик ты мой такой, да? Засранец, а? В общем, вот так. Буду я сейчас я все уберу. Ну, поставлю, конечно, сначала подогрею себе покушать, потому что я есть хочу, честное слово. Я с утра еще вообще ничего не ел. Время без 15:02. Вот, сейчас подключу микроволновку, поставлю себе покушать, подогреть. Вот это все убрать. Вот так. У нас немножко вроде как бы и солнце, и в то же время очень прохладно прям. Перекушу и пойду заниматься делами. Делами какими буду заниматься? Надо натаскать вот этого отсева сюда. Тачку уже туда унес, отсев там лежит под деревом. Это еще дед покупал очень давно. Надо натаскать сейчас его сюда. Засыпать все вот эти вот, всю вот эту траву, которая здесь растет. Я еще раз говорю, выкосил, видите, как вообще круто. Прям брался, прям конкретно. Я сегодня тут, блин, часа два мучился, выкашивал все это дело. Угу. Вот так, скучать мне с ним не приходится. Насыпать. Потом хочу, ну сейчас, конечно, не буду этим заниматься. Хочу потом кирпичами вот так вот отбить и положить, чтобы ровненько было. Песка у меня хватает. Этот песок у меня пойдет, наверное, на курятник, который остался, там немножко осталось. Ну а там у меня песка пока, в принципе, хватает. Если не хватит, я закажу еще. Полтонны стоит 600 рублей. Вот. Ну, с доставкой там, со всеми этими делами. Вот. В общем, как-то так. Я не знаю, сказать вам, смотрите дальше. Не буду говорить. Потому что я на этом, наверное, видео закончу, ребят. Дальше видео какое-нибудь, ну, будет, я буду другое видео потом, ну, снимать после этого. Сейчас я пойду загружу быстренько видео, сделаю, смонтирую. Отправлю на YouTube, вы его смотрите теперь. Ну, а дальше я уже буду другое, в общем, видео снимать. Все, кому понравилось, ставьте лайкосики, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте подписаться на канал, на Яндекс.Дзен. Все ссылочки, ребят, в закрепленном комментарии и в описании под видео. Так что переходите по ссылочкам, подписывайтесь. Ну и все, на этом всем пока.